это была не я. Это была не я. Кто это сделал? Ну ладно. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Вы находитесь на канале Казаков Gamer System, то есть КГС. Меня зовут Андрей. И мы с вами продолжаем проходить игру... Френдбол. Я не помню, блин, как правильно читается. Френдбол. Да, так зовут нашу девочку, нашего главного персонажа, которым мы играем. События, как мы поняли, разворачиваются на том, что ее родители жестоко убили. Непонятно кто, какое-то чудовище, и хз, как оно вообще-то провернуло и сделало. У девчонки какие-то галлюцинации. Я не понимаю, что, блядь, здесь происходит. Она уже в психушке, и приняв таблетку, она видит вот эту всю хуйню, вот эту вот кровь, блядь, лиса с глазами вот такими окровавленными лежит, тараканы бегают, пиздят кровь. И... Кровь, да, да, пиздят кровь, блядь, пиздец, просто охуенно. Я засекаю время, что-то у меня грязное. Давайте нажмем, что там с лисой. Ох, нет, лисичка, не плачь. Да, не надо плакать. Используй мою руку как платок. Хочешь обняться? Что у нас с записками? Кровь. Найди его. Найдем, блядь. О, олень сидит. Олень сидит, прикиньте. Олень сидит, сука. Олень. О, путь к счастью. Я знал, что с той двери... Счастье есть. Ой, привет! Нет, ваша голова, сэр! Вы голову потеряли же? Не теряйте головы. Я попробую вернуть ее на место. Простите, не могу вам помочь, мистер Олень. Если я сяду, в конце концов, встану, так в чем смысл? Да-да-да. Так, что у нас тут? Ты можешь видеть, Филмор Браунс. Че с чуваком? Почему ты на меня так смотришь? Ты меня пугаешь. Что это за черная штука сидит рядом с тобой, чувак? Она тебе что-то говорит. Ты слышишь? Почему ты на меня так смотришь? Фил играет со своим дядей, но дядя безумен. Безумен. Фил плачет, бедный Фил. Видишь, ты убил птицу. Твоя мамочка недовольна. Дядя умрет. Ага. Конечно, закрыто, блядь. А... Все еще закрыто. Но это же, блядь, путь к счастью. Что же делать дальше, а? Может, все дело в кукле? Раньше у меня было синее платье. Да, действительно. Ладно, так, что у нас тут? Деревянный мистер Конь. Вы хорошо проводите время. Я как это в том-то видео, блядь, говорю. Мр-мр. Это не мр, это мистер, блядь. Мистер провестелей. А, иголку-то зачем ей? Ящик пуст. Может быть, надо объединить? Объединяем. Все, блядь. Все. Ключ получился. Используй предмет самодельный ключ Фрэнс. С. Опачки. Что это было? Не знаю, я и знать-то не хочу. А папы не было рядом. Маме было плевать. Вот такая вот сказка наступает, блядь. Я не знаю, что... Я как понимаю, у каждого человека, который психически болен, есть свое чудовище. Свой монстр. Я не хочу его трогать, это клоун с картины. Почему ты выглядишь как тряпочная куколка? Кукла, что они с тобой сделали? Ты должна видеть себя. Молчи. Он забирает ребенка внутри тебя и поглощает его. Никто тебе не верит, хоть раны кровоточат. Так, что у нас тут? The Light of Fugens. История болезни. Пациент стал жертвой сексуального... Ух, ебать. Пациент стал жертвой сексуального насилия со стороны неизвестного лица и чуть не может это происшествие просуховые галлюцинации, расстройство мышления, лечение. Доктор хуил какое-то сближение с пациента при помощи арт-терапии. Она делает успехи. Ты можешь видеть? Могу. Даже чистейшие из вещей погибают в этом месте. Так, что у нас тут? Повсюду крохотные руки, пожирающие душу. Ладно, выходим отсюда. Делать здесь больше нечего. Дело было к вечеру. Так. Кошак.
Ты мой любимый друг, бип-бип, тра-тра. Если хочешь меня обнять, попробуй поймать, тра-тра, бип-бип. Ну, блядь. Ты сука. Как его? Вот он сейчас... Вот... Блядь. Да как? Да пошел ты нахер. А вес это... Туалет. Король любит рису... Ой, чуть меня дрожь пробежала. Король любит рисунки? Мне это не нравится. Кто-то написал здесь что-то. Интересно. Мне это не нравится. Кто-то, блядь, в туалете ходит. Король любит рисунки. В окно посмотри. Оно заколочено. Ты хер бы с вами. Если я уже тут, а как мне... А, вот, чтобы меня отпустило, ебать. Просто таблет... Трон пуст. Я не знал, что любой сможет увидеть, как я какая мерзость. Это понятное дело, что не каждый бы хотел видеть, как ты... Вот ты где, ты должна быть в своей комнате, дверь была закрыта. Вы оставили ее открытой. Я уверена, что не оставляла, я знаю, потому что закрыла ее. Вы уверены? Вы сказали мне идти есть. Правда? Хорошо, иди. Все? Ладно, пойдем. Как легко и просто, блядь, все. Ограждение закрыто. Айс, таблетку ебануть. Нихера себе, нормально так. Эй, там, наверху, мисс. Мисс, вы мне ответите? У вас очень красивое платье, такое синее. Да, да, эти часы звучат странно. Девочка, а тебя это вообще не пугает, что здесь хуйня какая-то происходит? О, пожрать. Фу, хрустящая свиная голова. Можно подавать на стол, почему, блин, хрустящая? Доберись до ключа. Мистер Хрушка голый. Интересно, какая это часть тела? Ой, так тут чувак. Привет. Сэр, там висит ключ, можно его мне? Конечно, я могу дать тебе ключ, если ты меня поцелуешь. Вот ты валикончик ебаный, а? В тюрьму тебя надо, блядь. В ту клетку, которая там. Вы дадите мне ключ? Поцелуй, вы серьезно? И тогда вы дадите мне ключ? Конечно, садись ко мне на колени. Я убью вас. Никогда ты мерзительный, я убью тебя, если ты ко мне прикоснешься. Должно быть этот ключ от кабинета. Но как мне его достать? А кабинет этот, как я понимаю, да? Эй, на что ты смотришь? Да ни на что. На тебя, лоликочек пидорский. А ключ, можно его мне? Конечно, я могу дать тебе ключ, если тебя поцелуешь. Да пошел ты нахер и целуй свою задницу. Вот подонок. Так, что у нас тут с дверью? Эй, держись подальше от кабинета. Да раз. Клиника Освальда, главврач детской психиатрии доктор Марсель Дирн. Пациенты Фильмор Браунс, Джейсон Кох, Лизбет Морг. А почему не отмечены, Фрэнк? А, это, наверное, палата, в которой другие дети. Я там не достаю, да? Не могу добраться. Давай тогда таблетку ебашь. Доберись до ключа. Блять, я не понимаю, что делать. Ладно, пойдемте. Посмотрим, что дальше. Привет, ты кто? Привет, ты в порядке? Что все это значит? Я хотел узнать. Я просто хотел узнать, все ли в порядке. Ничего, не хочу говорить, доктор вскроет тебе череп, если ты не уйдешь, блядь. Он любит есть мозги, он уже забрал их у меня и съел все мои мысли. Он съел твой мозг? Он съест и твой. Я видел тебя в кабинете доктора. Ты была мертва. Тогда я пойду, надеюсь, ты обретешь новые мысли. Пока. Как логичненько. А что если сделать таблетку принять? Они бесконечные, нормально. Опачки, так вот кто пожирает ее мысли. Я посмеюсь над тобой, я совру тебе, я спрячу тебя среди теней, медведь, пока не убегай.
Я посмеюсь над тобой. Чё тут? Мишка, что ты здесь делаешь? Не уползай. Собираешься встретиться с другим Мишкой. Передавай ему привет, когда доберешься. Уху! Ух, как весело. Пойду я, короче, сюда. Ой. Пацан жирный, другая спит. Давай. Пацан. Привет, что ты делаешь? Она не работает, бумага не работает. Да ладно, ты серьезно? А о чем ты? Что ты имеешь в виду? Бумага должна работать, как они мне сказали. А кто тебе это сказал? Они велели мне сказать себе сделать это. Бумаговизор! Эх, бумаговизор, вы понимаете, бумаговизор, блядь. Я попробую сейчас, запишу, попробую подойти к своему телевизору, приклеить бумагу и сделаю бумаговизор. Бумаговизор, помочь? Ха, я могу тебе в чем-то помочь, волны должны быть сильными. Переключи канал, пожалуйста. Ты серьезно? Ну давай. Опачки! Так. Это я не хочу. Новости скучно. Вот это смотри. Ну как тебе, чувак? Мы теряем волны, переключи канал. Какие нахуй волны, ну най. А так? Работает, работает это чудо. Спасибо, бумаговизор действует. Отлично. Может, посмотри. Блять, я сейчас тоже с ума сойду. Нет, это мою. Если хочешь, возьми бумагу, которая не работает. Спасибо, пока. Пошел ты нахуй. Я еще не так свихнулась. А, клоуны. Ваша крошечная шляпа очень милая. Клоуны на стенах дома безумия. Девочка, ты спишь? Изабель! Хочешь помочь мне сбежать? Спокойной ночи, блестящие игрушки. Слон сыр, вы очень розовый и мягкий. Господа фигурки, вы поможете найти мне котика? Бумажный кораблик, отвези меня на море и дальше, блядь, ебанутая девка. Опачки, розовый поезд теперь мой. А зачем он? Тихо. Да хероз, да, давай таблетку ебашь. Наркота! Ох ты, нихера. Чувак, все хорошо? Чувак, скрой свою боль. Смотри на меня, скажу, я забочусь, а ты умрешь от жажды и голода. Чувак, нет, они все испортили. Они разнесли твою голову на мелкие кусочки. Пожалуйста, заберите меня отсюда. Пожалуйста. Че в телеке? Я что-то... О! Кажется, я что-то вижу, или нет? Да! Да-да-да, я тоже вижу. Так, что у нас тут? Очнись, Изабель, к тебе прикасается черная тень. Ай, блядь, каша. Так, куда делся клоун? Блядь, тебя это только удивляет, и все? Короче, чуваки, у вас там вообще пиздец, когда я таблетки принимаю. Так что пойду я в другую дверь. Так, что у нас тут? О! Пятница из пятницы 13-го Джейсон! Привет, Джейсон! Ты чё ешь-то полу-то? Привет, ты новенький? Я не видел тебя раньше. Нет. А ты с нижнего этажа? Ага, они думают, что мне уже лучше. Как тебя зовут? Ты можешь меня убить, пожалуйста. Мне пора, пока, чувак. Нет, ты сиди дальше лучше, нахер тебе. На, вот, поешь супчику. Давай тебе поднесу. Так, как? Не, нельзя. Ладно, что у нас тут? Мистер Полночь, ты здесь? Мне не нравится эта картина. Ой, медведь. Так, а у нас здесь что? Посмотрим, шоколад. Вкусненький. Я не люблю горький кофе. Немного лимонада. Привет, баба. Баба. Привет! Привет, Френ. Как ты? Вижу мертвых животных. Хорошо. Я в порядке. Рада слышать, что ты в порядке. А теперь иди.
Откройте желтую дверь. Сестра, а вы можете открыть желтую дверь? Нельзя такое спрашивать. Думаю, тебе следует пойти в свою комнату. Только проснулась. Я только что проснулась, я не устала. Тогда займись чем-нибудь другим, не беспокой меня. Ай, блядь. Скучно. Так, а здесь у нас... Ты куда? Стой. Надо с ней поговорить, что-то она какая-то шубная. Привет, Энни, как дела? Ой, так ты всех знаешь тут? Ты меня не боишься? Да нет. Так а зачем мне тебя бояться-то? Потому что я умею делать волшебные трюки. И могу тебя усыпить. Не знал, что ты умеешь. Волшебные трюки? Покажи мне, показать. Но это очень страшно. Лучше сделай сама. Увидимся, короче. Энни, мне нужно идти, увидимся. Энни, там это, ты сама разбирайся с этой херней. Так, стоп. Я как понимаю, эта дверь закрыта. Ее хуй откроешь. Эта дверь всегда закрыта по ночам. Я не могу выйти и поиграть. А, чувак, ты что там ешь? Не беспокой меня, уходи, я ем. Ладно. Не трогай мой меч. Забудь. Сейчас посмотрим. Опа. Ой, ничего. Детская площадка. И все, блядь, я думал, сейчас будет пиздец какой-то. Так, здесь у нас... Оно живое. Это праведник снял всю твою одежду. Ах, как прекрасны эти розы, правда? Твоя мамочка тебе не верит? Это праведник снял всю твою одежду. Так, чувак. Пожалуйста, скажи, что ты меня слышишь. Почему рядом с тобой тоже есть существо? Оно смотрит на тебя, возможно, хочет тебя съесть. Выйти я не смогу, да? Эта дверь всегда закрыта. По ночам. Понятно. Так, а, пташка, ты мне нравишься. Какая нахуй пташка? У-у-у. Они прячут тебя, потому что любят. Они вредят тебе, потому что ненавидят. Мальчуган, тебя все стыдятся. Они прячут тебя. Чувак. Ладно, хуй с тобой. О, медсестру грохнули. Ох, нет, леди-медсестра умерла. Да и хуй бы с ней. Умирай. Настенные часы такие большие. И настенные. Часы, блядь, и настенные. Сквозь это ограждение чувствуется промозглый ветер грусти. Интересно, что они на самом деле там делают, блядь, ты хз. Возможно, я не хочу знать. Погоди, а что делать-то, блядь, дальше-то? Так, а у меня с собой... Ленточка есть. А объединить можно... Ой, можно объединить. С помощью пояса я могу привязать крюк к чему-нибудь. А к чему? Даже не буду пытаться. К чему же крюк-то привязать, а? К чему? А, блядь, точно, сука. Ключ, блядь, ключ. Так, так, так. Не можешь просто бросить? Ну, целоваться с этим чуваком я тоже не горю желанием. Ладно, пойдемте. Так, блять, мне тут сказали то, что придется очень много думать, блять, и то, что очень сложно будет, очень, блять, сложно. Сука, я уже вижу и понимаю, что это будет реально очень сложно. Так, использовать сюда? Так, Энни любит лакать молоко, как котик. К сожалению, она не мой кот. Фух, блядь. Молоко, да? Я не хочу это, я не голодна. Понятно. Хотя, странно. Диван создан, чтобы на нем сидеть. Бу, действительно, блядь. Не шути, ты так. Крюк, блядь, крюк. Что делать с крюком? Пойдемте зайдем сюда. Может, здесь что-то надо делать. Все-таки ленту я здесь взял. Но я не могу понять, что делать с крюком. С телевизором.
Не работает, блядь, сука, использовать. Где же использовать, а? Проснись, я тебе крюком бошку продолблю. Нельзя сделать. Блядь. Теперь мне страдать и мучиться. Думать, блядь, что же делать и вообще получится. Может, надо вырубить охранника, блядь, как крюком этим. Нет, блядь. Помогу, будет ли не твоей руки, блядь, а я... Использовать. Не можешь просто его бросить, блядь, какого хуя? Чё делать дальше? Чё делать, блядь? Кто мне расскажет? Кто мне скажет? Кто подскажет? Где она? Так, там... Ограждение закрыто. Чё за звук? Жри. Жри, кушай, блядь. Кровоточащие часы. Может, надо на часы бросить? Хм. Блядь, чё делать-то, ёбаный в рот? Ну, время записывать ещё есть, но, блядь, чё дальше делать никто... Доберись до ключа. Доберись до ключа. Может его подкинуть тут, а он упадет там? Нет. Ладно, пойдемте дальше. Так, отрицательно, значит. Мишка, мономишка. Я посмеюсь над тобой. Не сработает. Блять, может куда-то крюк бросить? Сигнал странный. Более чем. Так. Ой, блять, они мертвы. Да я понимаю. Что делать-то дальше, блять? Что дальше делать? Я не знаю. Не знаю, просто не знаю. Не-не-не-не-не. Как прекрасны эти розы. Черт, я все, я в панике, блядь, я не знаю, что делать. Просто пиздец. А если я соглашусь поцеловаться, ты мне точно ключ дашь, а? Если я вызову скорую, они мне вряд ли помогут. Либо, блядь, да. Как бы. Стол совсем неинтересный. Я сказал ключ за поцелуй, что скажешь, а? Ну давай, блядь, давай. Выбесись. Не хочет. Доска пустая, никаких рисунков. Блядь. Привет, ты в порядке? Да, наверное, нет. Что это все значит? А я хотел узнать. Я просто хотел узнать, все ли в порядке. Так, это я все читали. А, он съел твой мозг? Читали. Ты обретешь новые мысли, пока. Сука. Паника, блядь, паника, что дальше делать? У меня время уж утекает, блядь. И никак тебя от меня не боишься, блядь. Да что тебе бояться? Нет, зачем мне бояться? Не знал, что ты умеешь. Так, дальше давайте вот здесь вот поджимаем. Я не волшебник, не могу, я не волшебник. Я могу дать тебе волшебную вещь.
правда? Ух ты! Да, волшебную вещь, которая усыпит кого угодно. Это удивительно. Держи, это подарок, забирай, аккуратно. Есть, блядь, есть, есть, сука. Как это работает? Понятия не имею. Спасибо, спасибо, спасибо тебе, девчушечка. Спасибо. Пойдем вместе со мной, посмотришь, как охранник засыпает. Понимаете, да? Мне нужно сейчас усыпить этого пидораса. Не должна никому это показывать. А как тебе, блядь, подсыпать-то? У тебя вот кружка. Вот, блядь. Кружка, ты не видишь? Как же это сделать, а? Может, их объединить можно? Нет. Чувак, а как тебе дать ее? Или мне кого-то другого надо сыпануть? Ой, усыпить. Странно. Так, может... Даже не буду пытаться. Может, сюда? Никакой пользы. Не работают вещи, блядь. Чувак, прекращай жрать. Ты сколько будешь есть-то, а? Не должна это никому показывать, блядь. Сонная таблетка? Снотворная, блядь. Я не знаю, что с ним делать. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Хамуха, а? Так, может, мне нужно подсыпать в какую-нибудь кружку? По-любому, наверное, нужно в кружку какую-нибудь сыпануть, принести ему выпить. Так. Ну, короче, по времени... По времени уже выходит. Ешь. Жри, блядь. На этом указатель видно, что в клинике... Что в клинике находится, так что... Приемная, здесь всегда можно найти медсестру. Но ее сейчас нет. Блять, как она долго ходит, это пиздец просто. Так, может здесь нужно что-то сделать? Ой, привет, а я с тобой так не разговаривал. Привет. Ты их видишь, правда видишь? Кого? Существ, которые следуют за каждым. Тени? Ага, я их не вижу, но знаю, что они есть. Знаешь, что они такое? Да, наверное. Скажи мне, прошу. Ты любишь рисовать? Я обожаю. Я тоже обожаю. Но расскажи мне побольше о тенях. Ручка, ручка, я хочу найти ручку. Я все время рисую. Хочу найти кота. Если у тебя нет кота, нарисуй его. Я могла бы нарисовать кота, но лучше я найду его. Твой кот в опасности, тени забрали его, я знаю. Кто тебе это сказал? Тот, кто преследует меня. Пока. Они мои, мои карандаши. Пошел нахуй, можно взять? Нет, тогда я не смогу рисовать зеленым цветом, это смешно. Но у тебя много других. Да, цветов много, но знаешь, они не любят, когда я рисую. Кто? Медсестры, они связывают меня, и когда я хочу рисовать, я не могу. Меня тоже иногда. Больно. Когда я не могу рисовать, я делаю себе больно, и появляется красное молоко. О, чувак. Пожалуйста, вылечи меня, останови красное молоко. Посмотрю, что можно сделать. Чувак, на таблетки.
Ой, не таблетки, это пластыри. Ах, спасибо, можешь забрать карандаш? Теперь иди, мне нужно рисовать. Ой, блядь, спасибо за карандаш пока. Тогда объясните мне, зачем мне теперь карандаш-то дали? Что мне с ним делать? Что, блядь, делать мне с карандашом? Что делать с карандашом, а? Иди дальше. Что же делать дальше с карандашом? Может, его здесь где-то можно применить? На, чувак. Не знаешь для чего. Блять, я хочу в этой серии понять, что нужно делать. Блять, может, что-то нарисовать на тех листках нужно? Ну, теперь я могу писать и рисовать, когда мне скучно. Объединить. Я не знаю, что рисовать. Блять, она не знает, что рисовать. А! Блять, может мне... Давай, принимай таблетку. Так. Так. Блять, у меня уже в глазах рябит. Сука. Нет, не знаю. Блять, бляха, моха, бляха, моха. Нахер, так. Ну-ка, листик использовать. Я не могу это сделать. Просто заебись. Ладно, мы лист с вами взяли, но, блять, что с ним делать? Ой, господи, блять, у меня уже время подошло к концу. Как это? Мне хочется понять, что делать в этой серии. То есть я хочу в этой серии уложиться, сука. Чувак, ты не хочешь карандаш? Неработающие вещи ее злят. Пойдет. Надо листок? Не надо. Давай сюда листок повесим. Нет. Может, мелком этим похуярить? Нет? Ладно. Дорогие друзья и подписчики моего канала, продолжу в следующей серии проходить Фрэнбоу. Ой, блядь. Мне сказали, что она очень страшная, типа нервы свои испортишь. Да я, блядь, быстрее испорчу свои нервы. Не тем, что она страшная, а тем, что, блядь, здесь нужно очень много думать. И думать в правильном направлении. Ладно, вы находились на канале Казаков Геймер Систем, то есть КГС. Меня зовут Андрей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на паблик ВКонтакте. И ждите следующую серию. Мы проходим, кстати, с вами игру Фрэнбоу, да. Всем удачи, всем пока, до скорых встреч!